Ребята, всем здорово, с вами Алекс, и я сегодня решил заснять русский Warface, давно его не было, и как раз сегодня вышла обнова 16 марта, и что я заметил, войдя в игру, это новый интерфейс, который просто радует глаз, потому что предыдущий интерфейс был не очень, но сейчас довольно красиво все сделано. Ах да, и также со мной на скайпе друг. Ну, в принципе, как всегда, он забывает об этом упомянуть. Потому что ты пока не нужен. И зайдем в магазин и видим, что тут новые элитная раскраска оружий. И шлемов, и в общем все снаряги. Также шлемы новые на каждый класс, которые восстанавливают здоровье. Притом они покупаются навсегда за варбакс. Это очень круто. Также раскрас оружий очень радует, потому что предыдущий раскрас был как-то... Ну такой, не ахти. В общем, Warface изменился в лучшую сторону в плане визуальности, а вот в плане игры пока неизвестно. Ну и давайте попробуем сыграть где-нибудь. Итак, в общем, зашли мы на сложную миссию, чтобы не нубить особо, потому что еще не освоились после долгого перерыва. Да, именно так. И у нас главная на сложку команда, просто которую нужно ликвидацию с такой командой проходить. Ну, я думаю, они бы не согласились с нами. Ну, нам пока и не надо. Ну, это, в принципе, так. Это не важно. Да ладно. Боты появляются перед носом. Нормально. Это все тот же старый Warface. Ничему удивляться. Ты что, хотел, чтобы они не появлялись, что ли? Нет, дело не в этом даже. Дело в том, что они появляются не сразу. Ага. Это специально, чтобы слили все. Ну да, мы пробежали, он сзади появился и убился. Нормально. А, мясника он делает, ясненько, понятненько. Что, когда звук тихий, непонятно вообще. Ориентироваться. Хотя убивать можно. Ну, любимый замес. Длина ада. На прочинке у них. На сложке это легко. Что после ПД непривычно. Нажимаю на Е, чтобы выделить этих петросов. Это тебе не Battlefield. Да ПД. Нажимаешь и выделяешь врагов. Каким бы на ПВП? Ты нажимаешь и выделяешь врагов. Да. Кто на карте, он. Один сидит, выделяет врагов, другой, короче, валит. Норма. Хотя в Battlefield это ж работает. Ну там карты-то помасштабнее как бы. Сравнивать Battlefield и Warface. Небо и земля. Да. Кого опять слили, вот я не понимаю. Опять меда. Ну резко. Ну ничего без меня не можете. Да и окраны я резал, они уже к КТ дошли. Вроде как не мясник. Играл долго. Ты как мясник хочешь эти хэдшотки уцеливать? Мозголомов поделать. Нашивку получить. Ой. Да, сливаются, я манал. Кто опять слился? Пойду зарисую, я бегу. Правильно, бегут вперед, боятся, что это фраги. Или нет? Фрагодрочер. Они мясника хочет получить. А, да, ну ладно. Они хотят получить мясника. Понял, да, русского. Ну да. Такая морда мясника потом нашивки. Все, это все. Ну, вторая часть, как бы. Ну ты понял, да? Вот что значит сложка. И нормальная команда. Ну, практически нормальная. На сиськи напялился. А куда один типок вышел? Да пофиг. Это ж не пофиг. Да это ясное дело. А, это что, вертолет сбивать? Нет. И медом. Да, мне кажется, освещение, которое новое, оно получше. Надо какое-то.
Не знаю. Может, я по-другому. Отображается. Не ахти, чё-то. Мне, по-моему, лучше, чем... Была раньше какая-то желтая. Сейчас хоть более светлее. Более на реальность похоже. Да. А чё гранатомёту никто не... Опа! Плюшечка прилетела. Не знаю, как... А ну правильно ещё... Три экрана посреди. Чё? Да. А, ну это Warface, в принципе. Чё тут удивляться? Я попаду! Мне кажется, просто нет. Прогружалась текстурка. Я не попал, ну-ка, ну, плюшка прям летит. Я попал. Ну. Мастерский, ты мастерский. Вовремя базуку. И чё, уже никого нет? Ну, как бы сейчас мы уже вертолет вольнем. Ну да, уже половина осталась. Оп. Да ёкарный бабай. Кто тут number one? Ну я. И все. Да тут Колян тут на самом два, деле. Два, короче, этих заходов. Чё? Короче, на меня вертолет упал, и он, короче, пропал, блин. Почему тут удивляться-то? Даже мне фрагов не ставили. Какие те фраги? В общем, вот такой а, вот это забег. Миссия скучно. Забег такой вот. Ну, не знаю. Чё ты не знаешь? Лучше стало, не лучше. В каких-то не... Оптимизацию, наверное, немного поднастроили. Ну. В общем, ребята, такая вот обнова в плане дизайна. Ну. В общем, вот так вот прошли миссию по-быстрому. Как-то так, говорит. Всем пока и хорошего настроения. Пока. We'll be right back.